Конечно, доченька, можешь оставаться сколько захочешь. Ну, раз уж ты боишься, тогда больше нельзя оставаться в том доме. Спасибо. Я хотела оставаться в отеле, но я не позволил ей. Комната на входе теперь Эйлюль. Комната этой. Теперь это комната Эйлюль, мама. Сынок, вы... Да, мам. Мы с Эйлюль вместе. Джулиет, разве не слишком рано? Не волнуйся, мам, со мной все нормально. Я просто не хочу, чтобы ты вновь расстраивался. А больнее мне быть уже не может, мам. Сейчас мне нужно что-то новое, нужно выздороветь. Эйлюль идет не на пользу, мам. Здоровья ручкам твоим, доченька. Приятного аппетита. Эйлюль, чего ты вдруг замолчала? Ну, мы же сказали тете Зухре о том, что между нами. Мне стало немного неловко. Не волнуйся, моя мама понимающий человек. Ну, раз уж я теперь тут живу, я открою дверь. Ну, давай. Привет, Фериде. Ой, прости, Эйлюль. Кузен? Что такое? Ты собирался в компанию? Да, и не спрашивай. Я проходил мимо и позвонил хозяину дома. Говорит, освобождайте дом. У вас много комнат? Да, шучу, шучу. Послушай, что я придумал. Пока Эйлюль освобождает дом, давай я вместо нее там поселюсь. Слушай, хорошая идея. Что скажешь, Эйлюль? Да, возможно. Тогда можно считать, что мы теперь соседи. Госпожа Эйлюль, поскольку вы теперь дочка в этом доме, мы выпьем ваш кофе, так? Конечно, сейчас. Но мне не маленькую кружку, ладно? Побольше. Хорошо, чтобы я комфортно. И кофе выпьем в саду. Да-да, хорошо, выпьем. Кузен, а где Зухре? Давно ее не видел, хочу проведать. Она наверху. А я не оставлю Эйлюль одну. Ну, пойдем.